Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Будемо зараз говорити про білоруський полк імені Костуся Каліновського. Це полк, який боронить нашу землю проти росіян. Власне, з нами на зв'язку боєць полку Мирослав Грановський. Мирославе, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Я би хотів розпочати з послання Лукашенка, яке зараз відбувається. Він говорив з парламентарями і робив послання водночас народу. Чи не вперше він заявив про перемир'я? Воно в нього таке збочене, як завжди. Тим не менше, чому Лукашенко зараз, власне, заговорив про перемир'я? Я вважаю, що... Все, о чем говорит Лукашенко на так называемых вот этих собраниях, которые адресованы якобы белорусскому народу, это просто фарс и некая игра на свою там публику или своего телевидения. То есть он занимался построением картинок там 20 с чем-то лет, и это, ну, очередная картинка. То есть, но мы можем увидеть, что, допустим, нарратив его сменился, да, до полномасштабной войны. Он не воспринимал там ни украинскую армию, ни Украину как государство там всерьез, возможно. Либо этот нарратив был спущен с Кремля, что, скорее всего, так и было. Сейчас это то, о чем он говорит, свидетельствует о беспокойстве Кремля, в первую очередь, не Лукашенко. Я лично и там почти все мои побратимы, кто и со мной на фронте находится, ездит там на задачи, и друзья вне Украины, они все считают, что Беларусь сейчас оккупирована, и то, что говорит Лукашенко, он просто передает мысли Путина там или какого-то окружения Путина. То есть... Чи може бути це, власне, думкою Путіна щодо побоювання контрнаступу? Мене наштовхнуло на цю думку, власне, те, що Лукашенко заговорив про те, щоб зупинити техніку. Ну, очевидно, що зараз буде в українське суспільство вбрасываться такая мысль, там, пытаться с различных источников о том, что контрнаступ, ну, он с собой принесет много потерь со стороны Украины, да, uh-huh. Что это будет как бы там не очень удачная авантюра, но это просто часть ИПСО российского, и как бы все... Ну, все мнение о, так скажем, контрнаступлении, хотя оно, по сути, уже происходит и еще начало происходить раньше, до там раскручивания это в СМИ, так скажем, там, каждый день так или иначе какие-то операции проходят по вызволению территории Украины. Это просто часть большого-большого информационного проекта России. Мирослав, ви сказали, що все, що не каже Лукашенко, це фарс. Я з вами абсолютно згоден. І хотів би декілька тез, які сказав Лукашенко, власне, під час цього послання, процитувати, аби довести, що, власне, це фарс. Цитую, командири бригад починають домовлятись, українські і російські. Доходить до того, що вони повідомляють росіянам, що ось в цьому квадраті завтра буде завдано удару. Ви, як людина, яка на фронті, ви можете повірити в цю маячню? Ні. Ну, во-первых, якщо б місце було б, ну, мало б місце бути такі домовленості, це б відражалось на фронті. Тобто, коли б ти підходив к нулю, подъезжал там в зону выполнения задачи, чувствовалась бы тишина, допустим, в определенное время и там открытие огня в другое время, да, то есть было бы, ну, то есть сами бы бойцы чувствовали, что происходит, ну, введен некий график, возможно, mm-hmm. какой-то такой момент. Но фронт, он неоднороден, нестабилен, где-то есть места потише, где-то бои не прекращаются там, ну, почти что и там не на час. Это там Бахмутское направление, Авдеевское, допустим. И, ну, поверить просто в это. Какой-то человек там, сидя на диване, может где-то в Новосибирске, это и скушает. Но не украинцы, не сведомые белорусы, как бы это, ну,
все время для нас. Ну і ще одна теза про те, що НАТО планує нападати на Білорусь. Навіщо НАТО нападати на Білорусь? Ну, даже если посмотреть на военные операции НАТО, да, что они там делали в 2000-х там годах, в начале, ну, в середине там 2000-х. Все их военные операции были направлены на, так скажем, нейтрализацию тех режимов, которые становились опасны со временем. То есть у нас есть два варианта. Мы можем рассматривать такой вариант, что НАТО не собирается ничего делать на территории Беларуси, что, скорее всего, и есть, потому что это большие ресурсы, и европейский человек, он, ну, для меня лично, к сожалению, что он не готов подписываться на авантюры и не готов рисковать там своей какой-то жизнью, свободой, ограничивать себя, чтобы там дать чуть больше, чем он дает сейчас, да, и помочь там соседу. Ну, потому что мы просили помощи Запада еще там с 20-го года, условно. Какая-то помощь была, но не та, на которую рассчитывали люди. Вот. А если даже будет какая-то операция на территории Беларуси, что, ну, маловероятно, я бы отнесся к этому с пониманием и с одобрением, потому что, ну, когда вся страна сидит в заложниках, что-то же должно произойти. То есть у нас есть международное право, которое должно как-то работать. И не вижу в этом никакой проблемы. Руслава, чтобы закінчити цей блок питань, чи Білорусь стане ядерною державою, чи Росія розмістить тактичну ядерну зброю, про що, власне, Путін нещодавно заявляв? Путін може розмістити, я вважаю, там ядерне оружие з тою целью. Ну, я не дуже уверен в тому, що він буде бити там по Європі, по Польщі, там по Україні даже, да? Но это как фактор сдерживания, чтобы не потерять в будущем территорию оккупированную свою, то есть Беларусь, территорию Беларуси. Тобто в будь-якому разі ви такий варіант не відкидаєте? Нет, ну, Путин, много людей говорили, что он не осмелится, да, там, пойти в Украину, но он пошел. То есть многие люди думали, что авантюра, как вот с Крымом в 2014 году, невозможна, но это произошло. То есть сейчас говорить, что что-то невозможно, я бы так... Якщо це станеться, це Білорусь буде ядерна держава, чи Путін стане ще більше контролювати Білорусь? Конечно, он станет, это просто будет ядерный плацдарм России, с которого удобнее будет там нанести удар куда-нибудь по Восточной Европе. Гаразд, Мирославе, тепер щодо вас, звідки повернулися і чи надовго? С юга страны, точно не буду уточнять откуда, это Запорожская, Николаевская, Херсонская области, туда. Ненадолго, на неделю, может даже уже меньше, поедем дальше работать, работы много. Яка зараз там ситуация, наскільки йдуть важкі бої? Если сравнивать с востоком, то на юге страны фронт, вот он более стабилен. Там есть место и подумать, чтобы какие-то тактические действия спланировать, больше времени, то есть там на анализ действий противника. В принципе, намного комфортнее работать и удобнее, нежели если с Бахмутом сравнивать. Вот, когда мы там зимой были в Бахмуте, то там обстановка менялась, буквально там полдня прошло, все уже, ну, то есть планировать в Бахмуте было там на пару часов вперед. Бахмут дуже часто асоціюється з боротьбою з вагнерівцями південь. Проти кого зараз воюють українці, білоруси на півдні? Это регулярні какие-то части, ну, то есть в Росії же як произошло, що в перші місяці контрактна армія конкретно вона була дуже сильно розтрепана, деякі бригади взагалі були там, ну, уничтожені по суті. И туда докомплектовывают мобилизированных. Вот. Юг в основном это вот какие-то гвардейские, там это стрелковые части, которые понесли большие потери, но у них там остался какой-то кадровый запас офицеров. А туда набирают мобилизированных россиян, немножко там что-то им показывают, рассказывают, отправляют в зону боевых действий.
Ну, то есть, вот там десантники, возможно, какие-то есть, морпехи, там какие-то бригады стоят. Ну, в общем, возможно, даже еще с так называемого ДНР, ЛНР, там что-то кто-то, может быть, присутствует. Хотя вот местные жители говорили, там, допустим, с деоккупированных территорий, что видели, ну, конкретно там даже разговаривали с представителями ОРДЛО, так скажем. А наскільки часто відбуваються штурми, чи росіяни штурмують наші позиції там? Ну, вони сейчас направили почти всі сили на Авдіївку і Бахмут. Вот так, что там, поездив по достаточно большой линии фронта по протяженности, там, за месяц последний, не сказать, что там на Запорожском напрямку или на Херсонском, там, на Николаевском они пытаются, ну, на Николаевском, понятно, там Кинбургская коса осталась, открытый вопрос, но они активно действия там не предпринимают. За Днепр они форсировать тоже там не пытаются, даже там, какие-то ДРГ, это тоже все очень минимально, и уже в область мифических каких-то историй выходит, что там кто-то где-то что-то переплыл, но нет. Они там в пассивном режиме, так скажем, окапываются, отстраиваются. Знаєте, дуже часто росіяни говорили і були переконані в тому, що південь країни, України, власне, чекає на їхні війська. Ви як, так, як бачили самі, як приймають українську армію, українських військових, білоруських військових, військових, які воюють за Україну на деокупованому півдні? Отличне відношення, ставлення, тобто, взагалі положительне. То есть, когда заезжаешь, когда в село, то нет человека, который бы с тобой не поздоровался. Просто, ну, все люди относятся абсолютно положительно. Они, ну, 8 месяцев оккупации, да, все-таки дали след. Uh-huh. И по сравнению, ну, то есть, это зашли их люди, их армия. Та армия, на которую они как бы столько лет, ну, спонсировали, столько лет строили ее с помощью там своих налогов, в том числе, всегда отдавали туда там сыновей и мужья шли в эту армию, да, набирали опыт и как-то будовали ее, ну, структурировали, чтобы она не была там советским каким-то пережитком, а вот, ну, стала насправді там современным, как бы профессиональным войском. И, ну, общаешься с местным населением, очень приветливые люди, вспоминают как бы с очень тяжелые воспоминания там, о оккупации. Uh-huh. Все, казалось бы, там, ну, совсем недавно, для них это уже ощущается как очень давно. Потому что, ну, то есть. И видно, что несла за собой российская армия, там, когда находилась на оккупированных территориях. Вот просто я много не буду говорить. Я, как пример, что я видел, uh-huh. 70 километров дороги, и по обе стороны дороги стоят линии электропередач. Каждый третий столб повален. То есть говорить о том, что туда кто-то что-то случайно попал, это невозможно. Ну, мы делаем вывод, что какой-то Ваня реально на танке и там на БТРе, ну, не знаю там на чем, просто каждый третий столб обрушивал, то есть ложил на землю. Без жодної мети, я так розумію, просто чтобы заробити якийсь акт вандалізму. Вот, чтобы українці без света посиділи. Що ви конкретно робите на фронті, яке ваше завдання, яка специфіка? У меня должность командира расчета минометного. Работали на 82-м миномете, сейчас на 120-м калибр пересели. Ну, то есть организовываю работу, в принципе, расчета, чтобы мины летели куда нужно. Я правильно розумію, що в принципі спеціалізація, специфіка, можливо, навіть радше, полку імені Кастуся Каліновського, що діють невеликими групами, але по різних частинах фронту, правильно? Да, да, все так. Ми почти везде побували, да, наверное, не почти везде. И да, наша стратегия, как бы там именно, ну, основа, вообще доктрина там полка основывается на действиях, действиями там малых групп. Вот. И использование там тяжелого, но мобильного вооружения. А полк зараз поповнюється новими бійцями?
Да, регулярно, каждый месяц есть новые рекруты. И что потрібно зробити, щоб стати бійцем полку? Ну, это нужно обратиться в телеграм-канал полка, там есть бот, который верифицирует. Ну, ботом занимаются тоже очень там достаточно досвеченные люди, как бы в сфере IT, вот, там, с кибербезопасностью связанные, которых это было профессией раньше. Поэтому люди проходят верификацию, если все хорошо, это там не засланец, КГБшник, ФСБшник, то в принципе все. Ну, то есть нужно быть минимально там крепким в плане ФИЗО, физических данных и то есть, в принципе, никаких требований там уровня каких-то спецподразделов их нету, да. Mm-hmm. Человек приходит, мы смотрим, на что он способен, и уже отталкиваясь от его там бывшей профессии, то есть от его физических данных, мы ему предлагаем варианты, то есть там, кем он может быть. А кто вы в цивильном житті зараз минометник, а раніше? Я был сотрудником внутренних справ. Перепрошую, не почув. Сотрудником внутренних справ. Ага. Работал в милиции в Минске. В Минске? Да. Коли вы зрозуміли, что вы не можете там працювати? Ну, вот это были события 2020 года, начало. Тобто, під час протестів ви вирішили, що це не може бути, так? Ну, я, да, я уволился, потом как бы принимал участие в акциях протеста, то есть до где-то середины осени, потом уже понял, что это все как бы, ну, знаете, такой термин, там, картонная оппозиция, то есть, ну, ничего не решится вот такими методами, которые там пытаются применить там в Беларуси, на что там призывают людей, для меня это было уже там самоубийственно, и плюс мне там уже грозились обысками, ну, информация доходила со старых там знакомых, что есть возможность того, что будет обыск, ну, а если обыск у высшего милиционера, то это сразу срок, то есть, ну, все понятно, автоматически что-то находит. Вот. Ну, куда вы выехали после этого? В Украину сразу, ну вот и буквально там за неделю я выехал в Украину, тогда еще была открыта граница, в принципе, там я просто купил билет на автобус и поехал там без ничего вообще. Ну, в смысле, никаких документов дополнительных не нужно. Приехал в Украину и пошел в армию сразу. Ага, а чи можливо був і є, можливо, тиск на людей, ваших близьких, які перебувають ще досі в Білорусі? Ну, я с ними не поддерживаю контакт. Что стало переломной точкой, что вы все-таки решили воевать против россиян? Это еще было в Беларуси. Я уволился с милиции, стал ходить на протесты и стал просто погружаться в историю, в новейшую историю своей страны. Пока я работал в милиции, я не интересовался, что было до. Я просто начал видеть, что есть сейчас. И уже понимал, что что-то не так. Ну, то есть, это были сначала какие-то мелкие там, недочеты, ну, как мне казалось, что это недочеты системы. Потом это все, чем больше, чем дольше я работал, тем я больше понимал, что система работает не совсем так, как ее, ну, как она задумывалась. И уже вот так вот в комплексе, то есть выборы, вот эти как бы вот, фальсификация выборов, плюс интерес начал проявляться, а что же было до, ведь ну, не могло же оно все вот так вот сразу, такой уровень сумасшествия просто, и там ну, как бы должны быть какие-то предпосылки. И все вот это размышление меня навело на мысль, что Лукашенко это просто кукла как бы в руках Кремля. И пока стоит Кремль, ну ничего не будет в Беларуси толкового. Я с вами щодо цієї позиції абсолютно згоден. Як для вас почалось повномасштабне вторгнення? Де ви його зустріли, де ви були? Я був в Чернігівській області, в учебному центрі Десна. То есть, ну, в 21-м году я уже подписал контракт в СУ, успел, получается, съездить в сектор, ну, в зону ООС, там пробыл несколько месяцев, оттуда меня отправили на курсы в Десну,
Ну, это как бы называется «Сотый ВОЗ», это документальная такая история, то есть, что ну, нужно пройти, как бы, это не КМБ, это курсы, как бы, стрельца, там, третьего, там, они раньше называются, там, третьего разряда, что-то такое, ну, то есть, там, трехмесячное обучение. И мне оставалось допроходить где-то две, там, с половиной недели или три, и, как бы, все началось. А як до полку імені Костуся Каліновського приєднались? Ну, вже після, вже там, після, ну, как бы, приймали участь у бойових действиях там в районі Мар'їнки, це село Новомихайловка. Угу. Потім теж бригаду перебрасували, ну і со временем вже, ну, как бы я давно планував, ще коли рота білоруська сформувалась, я там держал с парнями контакт. Многих, очень многих я знал еще с 20-го года людей. Еще там с 21-го, когда ну, мы в Украине познакомились. То есть. Ну и спустя там определенное время я перевелся в полк. А перший бій це був біля Мар'їнки, про який ви говорили? Ну, перше, да, да, это был Мар'їнський район, село Новомихайловка рядом. Ну, там местность такая между Угледаром и Мар'їнкой, получается. Там очень большое окно, стоящий сел. Там поля, села, посадки и там. Можете пригадати трішки детальніше про цей бій, як він завершився? Ну, это было больше как налет на наши позиции, просто это... Я приехал только с Десны, получается, в марте. Ну, грубо говоря, все, вот самую такую активную фазу там боев за Киев, за Чернигов, мы были в Десне. Но Десна, она находится, получается, между Киевом и Чернигов, там на границах областей. И русские не зашли в Десну, хотя колонны их проходили там где-то рядом по каким-то трассам, дорогам. Ну, в принципе, вокруг Десны хватало сил, я считаю, чтобы там даже какую-то колонну отразить, какой-то штурм там. Ну как, они в то время не особо штурмовали, они скорее рвались в Киев, и вот уже все такие прям накал страстей происходил там в Буче, там Бородянка, Ирпень, то есть там прям было ну, вот, прям такой бой-бой именно общевойсковой. А так они пытались что-то просочиться, пройти. Наши их разбивали где-то, ну, в общем, таким способом. И уже из Десны у нас приехал представитель, забрал бригады меня, там еще ребят. Вот, приехали в подразделение и в этот же день спросили, кто хочет поехать заменить людей ну, в посадке, нужно было там, на позиции. Вот. Я сказал, что я поеду, там еще парень, ну, мой друг со мной поехал. Ну, у нас там человек было 14, да. Вот. Мы приехали, поменяли своих ребят с роты, и буквально там через 3 часа артиллерия стала нас накрывать. Там минометы, ствольная артиллерия, с нами еще бойцы Нацгвардии были. Тоже на позициях. Они понесли потери, к сожалению, там погибший был парень, несколько раненых. Вот. Ну, так до утра мы там кое-как то есть, посидели. И на следующие дни у них были попытки подъехать танком, пощупать нас. А за день до вот этого налета артиллерийского парни там где-то положили около тридцатки, как бы, ну, это была не российская армия, это были именно сепаратисты еще. Ну, то есть, тогда еще можно было их там как-то отличить. Вот. Они пытались что-то штурмовать наши позиции, там ребята дали им хороший такой отпор. Там около 30 человек они убили и одного взяли в плен. Вот. Ну и вот эти все там 10 дней, что мы были, они пытались то подъехать танком поближе, артой накрывали, там пехота что-то пыталась где-то подлезть, но не получалось. Вот прям контакт такой, в контакт, там они не входили. Они, то есть, как бы больше прощупывали оборону и постоянно засыпали минами, артиллерией, вот так. Сьогодні 400-й день війни українсько-російської. На яких напрямках ви працювали ще? Я так розумію, це і Донбас, і Південь. Ну вот, где я был, да, это Новомихайловка, да, вот Мар'їнський район,
потом граница с Луганской областью, Донецкой, ну, там Северск город есть, Бахмут, Запорожское направление, это Орехов, вот, и ну, Николаевская-Херсонская область. Чи є якийсь день за весь цей час, який найбільше вам запам'ятався? Да, да, є такий день. Это в Дмитрівському районі було, там, виходить, погибли наші товариші, товариш наш погиб. Ну, нам прийшов замкомрот і сказав, що треба заміняти ребят на позиції, поїхати. То есть мы стали собираться, я спросил, а что там с человеком, ну то есть как он вообще, у него позывной был фермер, он сказал, что он погиб, ну вот прям, как бы я думаю, ну, как бы, ну тогда я сильно ничего не думал, тогда мысли были, знаете, такие скомканные каждый день, и ни эмпатии, ни антипатии такой сильно не ощущал, просто, ну люди умирали там каждый день, типа в батальоне, то есть, почти каждый день там хоть один человек либо тяжело раненый будет, там несколько раненых и постоянно вот эта атмосфера. Поехали выполнять задачу, приехали, там была не совсем хорошо подготовленная позиция, потому что на скорую руку там все делалось. Ну и как раз мы приехали, стали накрывать минометы, рапиры, эти противотанковые пушки стали стрелять позициям по всей линии фронта. И начался штурм там огромного участка фронта нашего. Вот. И я смотрел, получается, во фланг. Там завязался бой очень ближний с крайней позиции. А нас было 6 человек. Мы были как бы на стыке двух больших, ну, двух больших взводных опорных пунктов. Мы смотрели там низину, чтобы по ней не прошли. Вот. И я навел наблюдение за флангом. Не заметил, как подполз, получается, враг. Ну, там очень близко было, там, я даже в метрах, ну, сложно оценивать. Но это был прям упор, грубо говоря. Вот начал вести огонь, он не попал. Я начал у него вести огонь, я не знаю, там, попал ли я или нет. Но вот такая очень-очень ближняя перестрелка завязалась. Нас выдавили, получается, с посадки в соседнюю посадку. Мы оттуда стали вести огонь. Из гранатомета стрельнули, там, со стрелкового, с автоматов. Ну, там, как бы, парни, которые были со мной, как бы, уничтожили там несколько единиц там живой силы. Вот. Но тот день был тяжелый, там, они отбросили, как бы, нас достаточно далеко. И плюс туда была вот эта контузия, с которой меня уже госпитализировали. Ну, и такое... День начался, то есть, с погибшего товарища и закончился тем, что сами чуть, можно сказать, вышли, ну, очень удачно, смогли отступить, потому что уже, когда противник запрыгнул в саму посадку, уже была дезориентация, мы вообще не понимали, с каких сторон и куда они зашли, на какой отлеглости они находятся. То есть, ну, ситуация такая не очень приятная. А є якісь найбільш цінні, можливо, трофеї, які вдалося, власне, затрофеїти, чи, можливо, знищити якусь групу? Ну, от з останнього, як говорять, що ми не встигли засняти, у нас дрон увело РЕБом, силами радіоелектронної боротьби. В общем, ми на останній картинці бачили, що під'їхала техніка, ми там підтримували ребят, піхоту з міномета. Під'їхала МТЛБ, мы как бы навелись, картинка у нас пропала, я говорю ребятам, все, давайте дренины запускаем, мы стрельнули, и там дня 4 мы не знали, там, что, ну, произошло, и потом уже приехали там другие офицеры и сказали, что у вас попадание, то есть вы подбили там технику. Вот. Ну, из трофеев там такое, типа, с кучей суфпайков лежала постоянно какая-то форма, их каски. Вот я там родственнику одному дальнему в Киев привез каску. Орка. Ще півроку тому приблизно дуже часто обговорювали потенційний напад з Білорусі. Зараз про це не говорять. Ви б хотіли, щоб цей напад був, тому що багато білорусів, з якими я спілкувався, власне, вони б не проти, щоб зараз знищити цей напрямок.
Ну, смотрите, тут это очень сложное питание, потому что если бы случился прям вот они зашли в сухопутной армии, то это смерти, да, как смерти украинцев, так и смерти, возможно, по случайности тех людей, которые там не сильно хотели идти, но так сложились обстоятельства, что они погибли. Ну, то есть там артиллерия, она не разбирается, ты, какие у тебя политические там предпочтения, взгляды, то есть тебе там прилетит и все, да. Плюс это могло бы, наоборот, сыграть в обратную сторону, в реверс. То есть что сейчас белорусская армия, она такая амеба, люди ходят, получают деньги и все. То есть у них нет ни мотивации никакой, ни там политических особо убеждений. Ну, там есть какая-то прослойка, там генералитет, да. Если говорить про командиров среднего звена, то они очень пассивные. А вот этот катализатор мог бы спровоцировать у не очень там, ну, как так скажем, у людей, которые не сильно склонны к анализу, да, к какому-то мышлению глубокому, просто тупую вражду на основе того, что ну вот, вы нас стреляете, ну, то есть и нам нужно начать вас стрелять. Ну, это могло бы усугубить ситуацию. А, это с одной стороны. А с другой стороны, мог бы случиться такой, ну, такая ситуация, что прям вся армия стала бы в забастовку, допустим. Или она там перешла бы границу, или дошла бы до границы, то есть произошел бы какой-то такой, ну, неожиданный ни для кого, такое какое-то действие со стороны белорусской армии регулярной, что могла бы разыграться очень интересно, как бы, карта. И ну, непонятно, что бы было. Для Лукашенко, ну, для Лукашенко, понятно, это было бы очень неприятный момент, если бы у него вся армия просто ушла в такую так называемую забастовку. То есть... На сам кінець, ви очевидно, що спілкуєтесь з побратимами, з бійцями полку імені Костася Каліновського. У вас є якісь плани, як, в принципі, можна скидати диктатуру Лукашенка в Білорусі? Ну, це... плани є. Вот. И над ними постоянно работают там люди определенные, которые постоянно просчитывают возможности, там риски определенные, если сделать так, что будет, если сделать по-другому. Но тут уже всем, ну, всему миру, мне кажется, очевидно, что в Беларуси без применения насилия ничего нельзя добиться. То есть это будет сначала, ну, так развернуться событие, что это будет сначала насилие в сторону тех, кто предал свой народ, кто как бы выбрал долю опричника Кремля, нежели быть белорусом. А позже это будет еще одна война, ну, на мое личное мнение, с Россией, только уже на территории Беларуси и силами белорусов. Наразі, в будь-якому разі, полк імені Костася Каліновського, його бійці, спілкуються з цивільними населенням Білорусі, які виступає проти Лукашенка? Да, контакти держать з такими людьми, щоб розуміти общу атмосферу і клімат вообще в обществі в Білорусі. Ну, як я от лично вважаю, що почти все пассионарии, они, к сожалению, выехали, и там остались люди, с которыми, ну, нужно будет работать. Ну, то есть, знаете, у них завтра поднимется, если белый, червоный, белый флаг в Минске, они даже не заметят. Ну, ничего для них не изменится. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я впевнений, що прийде час, коли Білорусь теж буде звільняти від цього російського диктату. Мирослав, ще раз спасибі за розмову, за те, що оборонити зараз нашу землю. Слава Україні і живий Білорусь! Героям слава! Живий вічно! Про ситуацію в Білорусі, а також про ситуацію на фронті говорили з Мирославом Грановським, цей боєць білоруського полку імені Костася Каліновського. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки. Побачимось.